Всем привет, ребята! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Hill Zombie Racing. Вот так вот называется игрушка. И у нас такой вот автомобильчик есть, который мы немножко можем прокачать. Ускоритель, давайте прокачаем. И поедем в путь, посмотрим, что у нас тут ждет. А ждут нас, скорее всего, зомбаки. Так, да, зомбачки. Давайте. О, вот это у меня тачка прокачанная. Ох ты, нифига у нее. Нормально она. Ускоритель у нее работает. Хорошо. А то, помните, ребятушки, я же играю еще. Racing Rage. Там, получается, машинка. Тоже ускоритель есть, но достаточно-таки он слабенький. Ускоритель. А здесь прям такой прям мощный. Вот, давай наверх. А, все, ускоритель закончился. Да ё-моё. Еще и топливо. В смысле? Топливо закончилось. Да, топлива здесь не особо и много. А заработали 666 монеток. Прям как раз апокалипсичненько так. Ну, давайте дальше прокачиваем наш ускоритель. На остатки больше ничего нету. Денежек. Ладно, поехали дальше. Так, зомбачки. Зомбачков мы сейчас щелкнем. Так, аккуратненько надо нам ехать. Так, что у нас тут? По педальке нормально? Все, ускоряется у нас тачка наша. А, мы в том месте закончили, да? Ну, мы сейчас доедем туда, спокойно. О, на ускоритель, смотри. А, ускоритель закончился, да что такое? Так, зомбаки. Вы бы тут не бегали бы? Нифига себе, смотри, там этот... Тарелка какая, да, мощная? Так, все, проехали мы даже чуть-чуть больше. Так, все, ускоритель, топливо, все у нас закончилось, ребятушки. Но мы продолжаем ехать, смотри. Офигеть, мы еще даже... А, разбились. Ах, ё-моё. Ну, все, давайте нам в гараж. Сколько у меня? 541 монетка. А всего 800 заработали. Ну, неплохо. Очень даже неплохо. А, давайте, ребятушки, я приобрету еще ускорителя. Угу. Так, а на остатки? А, чуть-чуть не хватило нам на бензобак. Ну, давайте дальше тогда приобретем ускоритель. Хорошо. Все. Поехали дальше. Так, вот у нас первый зомбак бежит. Все, да, второго убиваем. Может быть, чуть-чуть дальше мы проедем с вами, ребятушки, не знаю. О, давай, о, что-то машинка, давай. То самое, и то я тебя похвалил сразу. А ты давай быстренько езжай. О, приходится все равно, ребятушки, нажимать на время от времени на ускоритель, потому что тяжело нам забраться. Оп, ах, все, ё-моё, еще. Ладно, не будем тратить ускоритель, поедем тут внизу. Давай, машинка. О, немножечко осталось доехать. Ну ладно, у нас еще и бензин кончился. Ну, если сейчас денег хватит, я куплю еще бензинчик. Ну, должно хватить. Да. Покупаем еще бензина. И отправляемся дальше. Вот такой тачки. А ну, подожди. Что у нас тут по карте? Сколько мы проехали? Ребятушки. Вон еще сколько много надо будет ехать. Ну ладно. Играем дальше. Так, поехали. Так, все, зомбачков таких мы убиваем и едем дальше. Так, ускоритель, давай. Оп. О, так, мы очень много потратили ускорителя, ребятушки. Очень много. Так, ну, подожди, а я же бензин купил. Так что мне должно хватить немножко больше бензина. Вот, поэтому... Чего расстраиваться, да? За ускоритель. О, давай. А, в смысле, я тебе столько ускорителя потратил? А я так еще умею. Че, зомбаки, не ожидали, да? Ох, и бензин у нас все заканчивается. Все закончилось, все топливо, бензин, этот зомбарь бежит с лопатой. 799 монет. Что же мы купим, ребята? Давайте возьмем вот такую вот броню, вот, красивую. Ух ты, нифига. Прикольная бронь. Сейчас поедем, посмотрим. С новой бронькой. Что же она делает? Она, видимо, щелкает зомбаков. Сейчас проверим, сейчас мы будем щелкать. Это у нас как раз патрончики закончились. Ох, нифига, какой взрыв. Так, а ну-ка. Ой, еще немножечко. Ну, давайте так перевернемся, например, на зомбака. Вот и на следующего. Да, потратили время. Потратили. У нас бензин-то уходит. О,
Все, приехали. Топливо закончилось. На последнего зомбаря я щелкнул. Меньше дали денег, меньше. Тут денег у нас хватит только на ускоритель. Давайте приобретем. Будем максимально ускоритель прокачивать. Чтоб наша машинка была более скоростная. Да. И сейчас будем аккуратненько мы проезжать уровень. Надо побольше, подольше проехать. О-о-о! Фига я на ускорителе только с одном проехал много. Так, итого. Давайте посмотрим, ребятушки. Бензинчика у нас ровно половинка осталось. Немножко не хватает. Проезжаем туннельчик. Так, здесь сейчас их зомбаков мы щелкнем. А нам же, кстати, тут еще и за убитых зомбаков дают деньги. Поэтому надо нам их всех убивать. Так, кончилось топливо, но проехали мы намного дальше, чем раньше. На 81 метр. Но убили меньше на 5 зомбаков. Идем в гараж, смотрим, что мы купим. Давайте приобретем... сейчас я подумаю. Ускоритель, конечно же, ускоритель, ребята. И осталось 900 монет заработать, чтобы нам прокачать полностью ускоритель. Все, едем. Я буду летать. Вот так вот, опа! Так, еще и ускорителя много осталось. Хорошо. Так, а ну-ка. Зомбарики. Летают зомбари. Давайте мы так вот быстренько всех пощелкаем. Кстати, ребята, пишите в комментарии, если хотите передать приветы. Я вам в следующем ролике передам привет. Пишите. И также ставьте, конечно же, лайки. Да. Чем больше лайков мы соберем, тем будет круче. Давайте соберем хотя бы 1000 лайков на этом ролике. Будет вообще классно. 1000 лайков. Так, что мы тут видим? Да, 1300 как раз мы полностью прокачиваем ускоритель. Денег остается 432 монеты. На них ничего не купишь. Но мы, так сказать, будем копить, да? Мы будем копить денежки. И купим что-нибудь в следующий раз. Что ты думаешь, можно купить? Я думаю, можно купить двигатель более мощный, либо еще купить этот самый, как его. Сейчас скажу, колесики новые. Вот. Можно бензобак помощнее купить. Это вот будет вообще хорошо. Так, итого, бензинчик еще есть у нас? Так, давайте. О, мы сейчас доедем, ребята. Давайте. О, доехали. Этап завершен. Спасибо. Угу. 706 монет. Офигеть. Завершили этап. Продолжаем дальше ехать. И тут у нас скоро будет мост такой, да? Нифига себе. Три машины еще останутся. Ага. 1400. Ну давайте приобретем бензинчик. Так, топливный бак мы увеличили. И еще у нас остается 626 монет. На которых мы ничего особо-то и не купим. Так, поехали. Так, ух ты, тут сразу туннель нас встречает. Как неудобно, а? И наверх не получилось нам залететь. И здесь тоже не очень. Так, ладно, сейчас мы будем смотреть эту новую карту. Новое место. Угу. Так, вроде бы ничего здесь такого интересного, как бы и... Ну, очень много коробочек, я смотрю. И, конечно, зомбаков. Куда же без этих зомбаков-то, а? Очень много зомбариков. А, смотри. Нифига себе. Я практически доехал до этого самого. Прикинь. Ну, чуть-чуть осталось мне. Я немножко не доехал. Чуть мы карту не проехали. Офигеть, а почему так? Мы, в принципе, еще колеса даже не докупили. Давайте докупим более мощные колеса. Ох, нифига, колесики какие. Ну, давай поедем. Поехали с такими колесами. Посмотрим, может быть, можем проехать всю карту. Ну, что-то как-то интересно, странно. Обычно проехать нам не дают карту. Ну, мы же не проехали же, да, в принципе? Чуть-чуть, главное. Нам осталось проехать. Может быть, и проедем. Что, навряд ли, конечно, но попробуем. Ё-моё, сколько бочек-то, а, ребятушки? Бочек очень много. Оп, чуть-чуть не заехали, давай.
Во. Там у нас уже и бензин. А, все, ускоритель закончился, да. Конечно. Сейчас закончится бензинчик. И мы... Но вряд ли доедем. Да, не доехали. Не доехали. Первый раз было лучше у нас как-то. Первый раз у нас как-то получилось поинтереснее. Вот. Так, 1000. 1000 монет дали, это вообще нормально. 1600 у нас монет. Так, ладно. Давайте пушку приобретем помощнее. Все, и будем копить деньги. Не знаю куда. Ну, куда-нибудь накопим. Нам надо двигатель купить, вот что. Так, давайте попробуем проехать. Может быть, проедем? А ну-ка, не знаю. Оп, а, застряли. Ё-моё. Так, теряем драгоценное время. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Надо либо по верху ехать, либо по низу. Ну, зомбарей там много. Ну, в туннелях особенно. Они в туннелях прячутся. Так, давайте. О, сидишь, как бензин стал кончаться. Давай, долетим, может быть, нет? Нет, не долетели. Так, бензинчика совсем чуть-чуть осталось. А, все кончилось. Ай-яй-яй-яй. Ну, не знаю, как я в первый раз их проехал очень мощно. Ну, прикольно. Так, 1000 монет нам дадут. 990, ну, практически 1000. Практически 1000, у нас 1745 монет. Ну что ж, дорогие друзья, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, передавайте привет, заходите почаще на канал Дуда Плей. Всем большое спасибо, всем пока-пока.